тренировался, чтобы легче и более увереннее прожить тот период, который проживает вся страна, в том числе и наш город, это пандемия, коронавирус. Третья волна, она показала, что те, кто не привился, они более тяжело, и риск заболеть и перенести эту инфекцию гораздо сложнее, он более высок. Поэтому не задумываясь, я сходил, вакцинировалась моя жена. Нормально мы перенесли в легкой форме, и я считаю, что это благодаря тому, что мы вакцинировались.